Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 678 из раздела «Координаты». Отметим на координатной плоскости точки. Точка А. 2,5. Выбираем единичный отрезок. 3. Это будет точка А. Точка Б. Минус 1,5. Минус 2,5. Точка Б. Точка С. Минус 2,8. Чуть не доходя до 3. И вверх поднимаемся на 4 клетки. Ордината 4. Д. 3 минус 3,2. 3 минус 3 и еще чуть-чуть. 3,2. Точка Е. 0 по оси абсцисс. По оси ординат 4,5. Точка, лежащая на оси ординат. Точка F. Минус 1,1. 0. Точка, лежащая на оси абсцисс. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.